Ну что, дорогие друзья, мы начинаем репортаж на этом озере, где гусь Петя мне делал массаж. А вот я вам приближаю, показываю, как здесь плывет лодочка. Вот она. Красота, смотрите. Ух ты, рыбка была, не видел? Да, рыбачок, смотрите, как плывет. На весь экран я его так, смотри. Что значит такой объектив хороший, смотри. Раз, этот он плывет. И вот так вот я здесь тоже плаваю, вот так вот. И я, если вернусь, мы с Анжеликой здесь будем плавать, так? И теперь я иду на гусика смотреть, так? Где же этот гусик наш сладенький? Вот он. Смотри, как его приближаю теперь. Петенька. Наверное, все-таки было время обниматься и время, наверное, уклоняться от объятий. Помнишь, как мы с тобой обнимались, как я тебя целовал? Как ты делал мне массаж. Ну, видишь, время обниматься и время уклоняться от объятий. Вот сейчас ты, дорогой друг, решил уклониться от объятий, так? На фоне вот этой лодочки. Лодка так плывет красиво. Ох, как он плывет, а? Это тетушка плавает, похоже, нет? Я не знаю, кто это плавает. Ну, вот такое вот озеро. И здесь ловят рыбку. И рыбаки здесь рыбачат вот это. И я видел, здесь они вытаскивали рыбу даже. А есть, видно, что выпрыгивает в озеро. Да. И вот это Америка. Он даже человек на инвалидной коляске, а он приехал, сел и ловит рыбу. Пожалуйста, себе. Вот это Америка. Вот это фривей тут у нас. Вот это парковка, где щебенка лежит. Я там столько ходил уже, наверное, месяц ходил босыми ногами по щебенке. Массажировал свои ножки. Ходил по этой травке вот это. Ну, рыбачки сидят. Вот погодка сегодня, да? И погодка сегодня шикарнейшая. Просто шикарная. И мы опять идем к Пете. И сейчас я вам покажу гнездо, где здесь сидит все-таки гусыня. Слышь, что Петя тебе? Прости, братан. Да ничего он не прости. Прости, братан, он не говорит. Вот, так что... Вот это поле, где я занимался, вот это. Травка вся. А вот там мы с Анжеликой даже рвали эту самую сирень. Вон она там, сирень. Нашел? Нашел я ее, сирень нашу. Вообще Вудланд считается город сирени. Тут очень много. Вдоль дорог очень много всех сирень растет. А там мы рвали с ней сирень. Вот она. Ну что, идем показывать гнездо, где наш Петя заботится о своей супруге. А супруга у него сейчас в роддоме уже вот это. Петя отвез ее в госпиталь и ждет детей теперь, да, Петя? Ждешь детей, маленький мальчик? Вот. А я сейчас вам покажу гусыню. Вот она. Я не буду ее пугать. Вот я иду к ней. И сейчас я максимально приближу ее. Она шипит, видите, шипит она. Вот она. Гусыня шипит уже. Вот она шипит. Сидит красавица в гнезде. Я уже ближе не буду подходить, это достаточно. Я ее хорошо приблизил. Вот это она. Ох, как она. Сидит там красавица. Вот это она сидит. А вот это сам Петя, вот это.
Петю приближу. Сейчас смотрите, какой красавец. Вот он, Петенька наш. Смотри, у него даже отражается это самое, вторая голова. Видно, как рыбка сейчас выглядит. Да, там... Ничего себе. Возле Пети. Поэтому питается Петя натуральным фудом только вот это. Рыбкой. Опа, ты видишь, как она прыгает здесь? Да. Поэтому Петенька отказывался от хлеба, который ему предложил. Он смотрел на него, как на отраву. А ты видишь гусыню вот эту? Да, да, вот она. Вот она. Гусыня сидит на яйцах вот это. Представляешь, ты вернешься, а здесь уже такое стадо маленькое ходит. Да, гусятки. И папа Петя важно с ними там ходит. Ну вот так вот. Я был с Петей, так? Не, лучше какого-нибудь дельфина, Мишу или Гришу найди. Акулу не надо, а то она тебя приручит. Все, вот это я, Петенька, машу тебе рукой. Вот, жена твоя уже в госпитале, значит, ждем детей, и ты ждешь их. Ну все, счастья тебе, здоровья детям, жене. Жди, Петенька, и возвращение также моего.